Так, запись пошла. Всех приветствую, ребят. Надеюсь, это видео выйдет, и вы его увидите. Вы попали на канал Влад в Падлу. Кто забыл, я Влад в Падлу. Если это видео действительно вышло, вы уже увидели превьюшку. Не буду рассказывать, но надеюсь, получится. Идея очень крутая. Идею подкинули в мой Дискорд. Никита Потерянный. Очень много классных идей, на самом деле, чувак пишет. Давайте сразу так, наверное, сделаем. Да. Короче, очень-очень интересный билдак. Вообще интересно проверить. Сегодня уже не первое видео пытаюсь записать, на самом деле. Наверное, где-то четвертый или пятый раз уже играю сегодня. Сложно без практики постоянно играть в игру, конечно, в эту. Очень-очень сильные чуваки попадаются. Ну, как для меня сейчас. Угу. Да, ну без пассива я его не убью. Короче, идея очень крутая, будем пробовать. Напоминаю, если кто-то хочет там мне помочь, и чтобы видео было больше, можете закинуть в закрепленном комментарии, будет донаты. Ну, это по желанию. Вот так, конечно... Лайк и коммент для восстановления канала тоже будет хорошим решением. Здесь так? Навардик. Наверное, не надо было никуда тулить. Да, как знал, я чувствовал. Билдачок, я, кстати, ни разу еще не проверял вообще универсальных персонажей. Вообще, в принципе. Поэтому вообще выглядит очень-очень интересно. Кстати, очень здравое решение было взять именно пассивку. Это выходит именно просто очень-очень-очень сильный Сларк. Именно сам, как герой. На трех спаунах духи. Ну, кстати, с Ларком, я, честно, уже все выговорил, что только мог за сегодня. Но попробую все-таки выдать еще эмоции на данный ролик. Пропал ему надолго, конечно, надолго я пропал. Пытался записать на прошлой неделе, времени было мало. Было возможно записать там буквально пару игр, но не выиграл я, увы. Думал, раз не выиграл, то уже и не буду пробовать, на самом деле. Ну, типа, не захотел выкладывать. Мне как-то спаун подарили прям. Одна из лучших игр для... за 4 игры. Это меня просто все валили. Как хотели. Давайте, наверное, через первый пойдем. У нас не требует для ускорения фарма. Еще и спауны такие хорошие, маленьких мобов. Вот это плохо. Потому что он не пошел за мной. Дашечку надо. Кореница. Вот сейчас вот эту пачку заберем. И, блин, конемся сейчас туда. Так как мы на хосте, мы можем себе позволить убежать просто. Забрать по пути баунти. Ставить так вот. Он, скорее всего, будет бить синего. Мы еще не меняли, да, стат, поэтому будем на ловкости сидеть. Да, очень хочется 6 уровень, чтобы хилиться, не бегать никуда. Но мы вообще, в принципе, не тратим. Угу. Я и говорил, он просто забрал этот спаун. Я все равно хилюсь, поэтому мне плевать.
Цеф там доминирует, наберем тогда низ. Просто низ отфармим. Он не попал потом в мобу. Не попал. Он друдик у нас уже ливнул. Крупновато уже такой сларк, прям толстенький, действительно. Не хочу драться сейчас с ней вообще. А типа, вот так сделаем. Пути пока бежим, еще возьмем так. Очень такой толстый сларк уже выходит. Такой прям кабанчик плотненький. Вот шестой уровень мы наконец-то берем. Начинаем подхиливаться уже. Блин, но я уже не убегу, поэтому будем драться. Вдруг мне повезет. Я начал хилиться. Чил. Вот это вообще она тупо сделала. Ну это было прикольно. Эти лопаты возьмем. Так. Победитель у нас не вылетает. БХ Мартретка. БХ вообще слабый, я так понял. Мартретка. Пока у нас есть возможность, мы прочекаем ситуацию. ПТС у нас слабейший. Это плюс, потому что мне надоело. У меня до этого абсолютно каждая игра, которую я играл, были чуваки, у которых от 2 до 6 тысяч. Все абсолютно. А я не играл как бы 100 лет. Ловкость, сила. Ловкость, вылетел. Ну, ничего страшного. 3 килла, кстати, у нас есть. Светло так, ярко светит. Сборочка у нас будет вот такая вот. Так, нам нужно дойти, получается, вот этот талант скачать, вот этот и вот этот. И все. Дальше, в принципе, потом уходим в ловкость, и только потом мы становимся универсалами. Такой вот у нас балдачок будет. Но очень интересный, реально очень интересный. ХП у нас уже очень много ХП. Надо еще 1500. Блин, честно говоря, реально выговорился. Очень сложно сейчас уже что-то говорить. Я просто записывал 4 игры, где ни в одной я даже вроде финал не вышел. Прям очень тяжело. Где-то одни сильные, где-то другие. О, мы все равно ее видим. Не хочу прям под ульту ей лезть. Просто фармим. Учили на расслабоне. Теперь мы еще и силу воруем, это хорошо. Очень важно сейчас до ривера дойти. Мобаунс я оставил, это ошибка, я его заберу. Плюс кайфовый талант ловкости вот этот. Я его, правда, не качаю. По билду я смотрю. Но с мобами прикольно действует. В том смысле, что ты когда бьешь, ты становишься и быстрее, и сильнее.
Где тут вар где-то стоит. Хорошо. Еще паунс докачали. Еще одна водичка. Снаря больше сосредоточен, чтобы игру выиграть, чем как-то прикольно поговорить. Не знаю, если хотите, напишите, я вам повыкладываю видосы, которые не получились, но честно говоря, как будто после двух недель, когда я ничего не выпускал, выпускать видос топ-3, это вообще кринжай какой-то полный. Так. Короче, это будет реально просто сларк. Просто сларк. На, именно на сларковой силе, не на силе типа спелов. А просто вот сларк сильный. Он просто будет бить с руки. Не иметь, в принципе, никаких ультрабафов. Угу. Это дачу я не готов был, конечно, к отдаче. Чуть-чуть, вот хотя бы что-то у меня было, вот ривер был, я бы его убил бы, конечно. Дойдем до прироста силы. На этом, в принципе, наша очка силовая закончится. Левный. Вот он, ривер. Пять ловкости уже, кстати, берем. Так, у нас есть Soul River. И еще и ульта вторая. Это очень хорошо. Начинаем уже наносить урон. Не знаю, можно будет, если левел возьму, возможно, кое-что еще качну. Больно, очень больно бьет. Пока я не хочу с ней драться вообще никак, даже соприкасаться не хочу. Просто фармим дальше. Нам сейчас надо выйти в БМчик, в диффузик. Мы будем кайфовать. Лечение урона дарфпакта нам не нужно. Все, тут, ну, в принципе, уже ничего не надо. Давайте набирать теперь ловкость. Ловкость набирать мы будем довольно-таки долго, поэтому когда мы качнем вампиризм, мы перейдем в инту, добьем себе универсальный, и только потом уже ловкость будем добивать. Я думаю, так правильно будет качнуть. ДП. Блин, ну я не знаю, мне, честно говоря, не верится в БХ, какой-то он очень странный, он интовой, я уже забыл, какой он. Интовой с ловкостью, с ПТшкой. Видно, что чувак по тирянделях. Я бы давно не играл. А вот эта шмотка прикольная, наверное, философский. Я кинул на нее. А, он кинул трек и сработал философский. Не философский, вы поняли. Варды поломали друг друга. Кстати, Блэдмейл дождусь. 100%. Он тратил то? Да, он тратил то. Но он его довольно-таки легко убил. Думаю, же такой большой сев с даггером и блэдмейлом наносили. Прикольно. Я на самом деле не знал, что он мне тогда, блин, конется на меня на лицо прям. Но он, блин, канулся. На ДП, если останемся... Ну, я раньше БКБ покупал. По идее... Пусть тоже надо. Но непонятно.
Если честно, непонятно. Конечно. Я не особо много играл в новый патч, который вышел. Если только сейчас понял, откуда у меня докапывают левела. У меня же есть штука. Что с каким-то дебилом. Реально, вот когда после 5 видосов записываешь, ты вообще не уже не такой. Я, честно говоря, думал, уже сегодня ничего не буду типа записывать, в принципе. Я уже даже в ТГшке написал, типа. Мол, все, на сегодня отмена, но потом зашел в Discord. А Никита, он очень много накидывает вообще идей. Он, типа, у него. Можно прям очень долго снимать чисто на его идеях все. Очень хороший, кстати, килл. Он еще и топ-1 был. Так, тут у нас все. Все забрал, просто все забрал. Чил. Просто на чилок. На чилках. Почти диффуз. Я забрал свинку, я забрал красного. Огромный, конечно, я вообще очень большой уже. Так, давайте, наверное, сейчас еще диффуз. Скадик сразу сделаем. Надо до вампира дойти. Ну, это, наверное, самый сильный сларк, на котором я играл. Он прям реально разрывает лицевые. Прям очень больно бьет. У него 3200 хп еще. Дверочек нужен на самом деле по такой игре. Больно, больно на самом деле он бьет. Давайте перейдем в ловкость. О, вот он. То, что я так сильно хотел. Мой вампиризм заслуженный. Тут я прям себя чувствую очень сильным. Я бы добрал еще какой-то дайер на самом деле. Не знаю даже какой. Просто какой-нибудь дайер бы. И башер тут такой добрал. Это уже не по билду, это уже мои инновации пошли, но. В принципе. Базу я и исполнил. Так, давайте вот так сейчас сделаем. Все, мы будем сейчас переходить в универсальный уже. Ну мы прям очень сильные. И даже это пугает, если честно. Я до этого играл, еще таким сильным ни разу не был. Ну, на самом деле на это очень сильно влияет как бы уровень игроков, которые против тебя играют. Все-таки тут люди намного слабее, чем играли до этого, я же говорю. До этого ранг, типа, ну меньше 1500 ни у кого не было.
прям база была. Часто были такие пчелы там по 5000. 5-4 тысячи почти фулл лобби. Ну, опять же, я с ними тоже нормально играл, но... Я еще пытался новых персонажей записывать, которых не записывал, и было довольно-таки сложно. Я вот думаю, может Сатан взять мой любимый. Кстати, очень хорошая шмотка. Прям беру. Ладно, пока пускай висит. А, тут, я думаю, без шансов. Ну, сами мы видим, да, тут сборочка через ПТ апнутая. Тоже какой-то универсальный билд. Выглядит как легкая победа. Давайте прирост еще возьмем, ловкости. Ультовать будет? Он стоит АФК, он не ультует. А, не ультует, стоп, у него же нет скиллов. Я не дебил, честно. Я просто забыл. Я правда просто забыл. Кстати, благодаря этой шмотке, чем еще очень хорошее в этом сборке Скади, оно дает атрибуты всему абсолютно, то есть по 22 всех атрибутов, а так как вы становитесь универсалом, то каждый атрибут дает вам урон. Скади прям выглядит очень-очень бодро. Такая машина для убийства на самом деле. Теперь надо, главное, дойти сейчас до универсала этого. Ну, мы тогда идем 100%, мы имеем только 24 уровень, у нас уже плюс качает первый талант. Тут вообще без разницы, что качать. Ману нет смысла, восстановление тоже нет смысла, потому что ману мы вообще не тратим. У нас маны 2 спала нужны. Ну, кстати, отдыхает. Пока не буду с ним драться, это бессмысленно. Он пока, вот реально, вот, наверное, на эту секунду он меня сильнее. Просто потому, что у меня еще нет того, чего мне нужно до предела. Кстати, наверное, еще вот так даже сделаем. Кстати, довольно так уверенно он бьет. Тогда ты будешь моим красным. Жалко, конечно, что он красного меня так подзастилил по итогу. Ну, ладно. Не умеем, то имеем. Так, он уверенно, кстати, мопчик меня наваливал. А, стоп, мне станик не нужен. У меня же и Блэдмейл будет с мамом. Еще тоже хорошая шмотка, она дает плюс 15 ко всем атрибутам. В билде тоже была вот этот новый диффуз, ну, которая новая шмотка, но по моим идеям это не самая лучшая шмотка, которую можно взять. Прям он быстрее стал, чем я. Оп. А, ну я умер тут. Он, кстати, довольно-таки быстро бы стал. Но, опять же, это все решаемо. Как минимум можно скорость себе добрать. И все.
А во-вторых, ну ладно, шмотки не юзнешь там. Можно до этого все нажать. Аврюш. Пока Doom, да. Doom это Doom. С Doom сложно спорить. Пока мы вообще, я не буду ни на кого дерзить. Вот мне нужно сейчас, наверное, даже в начале добьем. Наверное, даже дагер проигнорируем. Нам он не нужен, в принципе. Уже как-то без разницы на тот дагер. У него скорость бега сейчас. 295. Я что-то вообще до этого момента этого не понял. Шивы у него нету. Абсолютно не понял, как он меня догнал тогда. Ладно, я не хочу с ним драться. Пока его полностью игнорируем, идем до универсального сларка. Это было ожидаемо. Что он делает, блин. Мне, наверное, сейчас надо вот так сделать. Будет это лучшее решение, потому что мы добавим вампиризма, которого мне не хватает явно. Так, урон заклинаний. Один разочек начнем. Дефузл башер. 100 голды мне не хватает. Сразу очень много доп скорости атаки становится еще. То, чего мне тоже не хватает, по-своему можно сказать. Да, дом, конечно, огромный. Кстати, да, я помню, у него на скрине было ПТ ампнутая. Я теперь понял, почему он ампнутая ПТ купил. По факту очень выгодная и правда шмотка. Она дает плюс 24 ко всем атрибутам. И она уже выглядит не так глупо, потому что это не просто 24 основного атрибута, а 24 всех атрибутов. А так как все атрибуты тебе дают плюсы, это получается очень сильно. Угу. Сейчас открою собаки дверь. Как раз все закончилось. Она, кстати, решила выйти именно как всегда. Вовремя. 25 уровень, я думаю. Думаю, тут ничего не выдумаем. Блин, мне на самом деле еще бы один слот купить какой-то. Там бы вот это уже все апать. Можно купить Шиву. Она тут точно поможет, потому что против меня уже куча силовиков. Либо какой-то ДД артефакт очень сильный. На самом деле можно даже Тараску купить. Как он плохо кайлами пользуется. По факту проиграл. Еще надо будет сопротивление докачать. Можно будет на самом деле на сопротивление что взять, хотя Doom чистый урон. Ладно. Короче, что-нибудь придумаю. Блин, надо сейчас придумать. Мне надо один слот еще. Но какой? Блин, мне очень нравится Шива. Очень интересно посмотреть на героя, когда я уже докачаю сейчас
Надо левел. Левел нужен. По идее, все. Вот, как только я качну вот это, я поменяю себя на универсала. По идее, это уже будет скоро. С этой пачки, по идее, будет уже. Какие у меня характеристики? 232. 31. 400. 400 урона. Ого. Очень много. А как оно? Вот, показывает универсальный урон. О, универсальный этот. Прикольно, кстати, выглядит иконочка. Кстати, боюсь ли его до сих пор? Ой, мантикорчик. Это я даже еще не закупился, можно сказать. Мы можем сейчас вот так сделать. Вот так сейчас мы еще сделаем. Ой-ой-ой, Санечка, снимаешь? У нас просто плюс 20 атаки появилось. Абсолютно легко его убил. Мне вот скорости не хватает. Он типа очень быстрый, на самом-то деле. Это может быть проблемой. Надо скорости докупить. Сейчас будет вот такое хотя бы. Как нагло пошел туда. Да, вот скорости, да, мало. Он меня просто может бегать туда-сюда и выжигать. Он меня по факту домом убил. Он мне не даст просто себя бить. Это да. Но опять же. Сейчас ногу можно было вкачать, на самом деле, я потупил. Кто ему сказал, что будет все так просто, и он фаржит просто в доме меня бить. Если я буду прыгать прямо в него, с даггера, ничего не сможет с этим сделать. Я, кстати, сражаюсь. Кабаны тут, они меня сейчас по кругу просто будут возить. Тут все, тут мне уже ничего не надо. В принципе, любого убиваю. 2600 дает. Или барда? Так, пока игнорим его. Шива нужна. Шива и скорость. И все. Шива и скорость, и все, и вопросов не будет. Он не будет так бегать. Тогда берем вот так и...
И вот так. Можно еще будет сопротивление к эффектам докачать. Я, кстати, дерусь. Блин, а надо ли мне тут что-то? В принципе, нет. Давайте дагер сейчас возьмем. Чтобы 100% ее убить. Не облажаться, так сказать. Ой, рукавчики закатаю. Так, ну это было легко. Дум сейчас, да. Становится проблемным. У него сейчас скорость 342. А, 342, и он может вот эту штуку на 3 секунды юзнуть, и вот так. Но у него хорошие шмотки, он еще, он, типа, алебарду уже взял, он такой прям заряженный, заряженный кент. Так, ногу мы взяли, ловкость берем. Ой, как повезло, у него мне МКБ на него надо. Сильно миссал я по нем. Ну еще шмотки неправильно нажал. Привет, дорогой. Сколько лет, сколько зим, я тебя не видел уже. Ну я вроде огромный на самом деле, если так подумать. Зря я эту кнопку нажал. Надо было ультануть вначале, а потом нажать. Так, это ошибка. Да, он просто бабочку купил, типа, и все. Проблема в одном МКБ. Так, тоже не проблема. Ну, умирать не стоит, конечно. Сейчас надо понять, что как по ситуации в игре. Я буду и правда драться с ней, то надо сразу МКБ покупать, не париться. Там продам его просто. И куплю себе этот шиву. Так, наверное, дождемся сейчас мобов. Как посмотреть, я нормально сечухаю по игре. Кстати, дома убивает, но она его, наверное, контролит просто через колбы как-то. Не знаю, честно говоря, что там у них происходит. Уже фу. Надо МКП, короче. Так с ней вообще неудобно.
Ну, кстати, да, уже его в кулачку перебиваю. Надо МКБ на него тоже. У него же щит, это алебарда есть. Точно, точно. У него можно... Кстати, на последнем месте сейчас. Неприятно. Ну, кстати, да, и Madness Badmail очень под Дума заходит, потому что под Думом урона много ему возвращает. Факту мне надо сразу все сжать. Потому что я уже потом не выйду. Отлично, это очень, очень важный килл был. Здесь Дум сейчас меня не встретит в лицо. Да, МКБ было очень хорошим решением. Вот это билетик в жизнь, конечно. Мне надо будет сейчас думать. Я бы продал бы на самом деле. Хорошо бы я продал. Башер бы я продал, вот этот бесполезный на самом деле. Непонятно, что мне надо. Мне надо контролить. Так, перезарядка мне не нужна. Мне надо такая шмотка, которая даст мне возможность бить долго и сильно. Мне надо понять, кто из них выиграет. Может ли она его убить? Купил дагер, он выиграет. Сил у меня до хера на самом деле. Давайте возьмем. Продадим. Пику купил. На без МКБ. Довольно-таки легко. Я, наверное, сейчас попробую Шивы вот так. Как же оно много дает. Давайте вот так попробуем. Еще Муньяшу возьмем. Так, ну... Пожелайте мне удачи, я должен победить. Сейчас, если побеждаю, и побеждаю, то куплю все силы. Не могу выйти. Вчера мне не хватило. Угу, я проиграл, наверное, да. А, сейчас буду просто убить его. Да, неужели я так безыдейно отличу? Да, так и есть. Да, так я безыдейно отлетел, бля. Чё так больно? Ну тапок это да, имба, конечно. Блин, чё ж так больно? Непонятно. Ну ладно.